В Ашхабаде стартовал крупнейший региональный энергетический форум «Нефтегаз Туркменистана 2023», который собрал более 700 делегатов из 46 стран. На этом форуме, организованном под лозунгом «Надежная, устойчивая, чистая энергия», представили стратегическое видение развития сектора нефти и газа в контексте глобального зеленого энергетического перехода. Эта встреча не ограничивается лишь энергетическими вопросами. В рамках форума были также обсуждены темы, связанные с возобновляемыми источниками энергии и климатом, призывая к обсуждению и согласованным действиям. Форум предоставит площадку для открытого и широкого диалога, важного для мировой энергетики. Среди участников форума более 20 вице-президентов крупных энергетических компаний, а также представители финансовых учреждений, экологических организаций и представители ООН и ОБСЕ. Туркменистан – ключевой игрок на нефтегазовом рынке Азии и имеет огромные запасы углеводородных ресурсов. Республике принадлежит четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа. «Нефтегаз Туркменистана 2023» – это не только обсуждение энергетических тем, но и возможность партнерства, обмена опытом и совместной работы над энергетическим будущим.